Нижегородское опытное конструкторское бюро машиностроения имени Африкантова, входящее в холдинг «Атомэнергомаш», одно из ключевых предприятий российской атомной отрасли. ОКБМ ведет свою историю с декабря 1945 года. Здесь работают около 4000 человек, в том числе более 1600 специалистов-конструкторов, технологов и испытателей. Конструкторское бюро специализируется на разработке судовых ядерных реакторов, реакторов на быстрых нейтронах для атомной энергетики и другого сложного технологичного оборудования. Именно здесь были сконструированы реакторные установки для всех отечественных атомных ледоколов и значительная часть реакторов для подводных и надводных крейсеров военно-морского флота. Сегодня предприятие продолжает вносить существенный вклад в развитие атомной отрасли, создавая новые поколения реакторных установок и другого оборудования для гражданской сферы и оборонного комплекса. Мы находимся на участке лазерной резки цеха по изготовлению электротехнических изделий и химико-гальванических покрытий. За моей спиной находится оптоволоконная лазерная установка, которая позволяет с огромной скоростью и высокой точностью до 5 микрон осуществлять резку металла. Почему был выбран именно такой станок, такая установка? В чем преимущество лазерной резки? Лазер был выбран потому, что это отечественное производство Санкт-Петербурга с использованием оптоволоконной техники. Бесконтактная с деталью резка металла, не нарушающая целостности металла и его структуры. Термическое влияние на поверхность металла и его кромку отсутствует, поскольку резка идет в среде азота, который улучшает и качество, и охлаждает сталь. Среди преимуществ лазерной резки листового металла перед другими видами обработки можно выделить высокую точность подачи и резки лазерного луча, минимум загрязнений на поверхности детали, малую вероятность нанесения деформации листу металла, создание объемных, сложных конструкций с большой скоростью и минимальной площадью обработки. А какие вообще материалы и какой толщины позволяет резать данная установка? Материал мы режем любую сталь, и электротехническую, и простую, и нержавеющую, толщиной до 10 миллиметров. И хрупкие материалы, даже керамик. Оператор создает программу и вырезается деталь любой конфигурации, любой сложности. Рабочий стол лазерной установки позволяют обрабатывать листы металла габаритами 1.5 на 2.5 метра. И если мы говорим о скорости лазерной резки, то буквально за пару минут из куска нержавеющей стали нам удалось вырезать 40 одинаковых шайб. А если говорить о точности обработки, то установка позволяет создавать чуть ли не произведение искусства. И что касается планов на будущее, какие перспективы у этой установки? Ну, наша продукция, вырезанная на лазере, может использоваться в любой отрасли промышленности. Но в частности мы работаем для атомной промышленности и для военного заказчика.